Школа-интерната имени Титова. Сейчас известна по многочисленным скандалам в прессе. Находится на краю Жуковки. Стоит трехэтажное здание и хозблоки. Окна новые, стеклянные вставлены эти, пластиковые. На территории детские городки, котельня, водонапольная башня, хозблоки всевозможные, дети бегают. Чуть дальше левее дома, видимо, воспитатели сделаны на краю леса. Фонарный корпус трехэтажный, ремонтированный. Дети идут по территории, видимо, второго или на занятия основного корпуса. Ого, молодые сосенки растут. Машин много у входа после скандала. Два корпуса трехэтажных, все новые крыши, новые окна пластиковые отремонтированные. Школа-интернат Титова.